Не разменяй себя на мелочных людей. Не раздавай душевных сил заряды. Остановись и, наконец, прозрей. Тот, для кого важна ты, всегда рядом. Он знает наизусть, какой ты кофе пьешь, а главное, тревогу ловит взглядом. Его не просишь, чтоб пришел и не зовешь, но ты важна ему, поэтому он рядом. Он знает, как капризно хмуришь нос, как залезаешь с головой под одеяло, и что пионы любишь больше роз, что с детства высота тебя пугала, что любишь петь и слушать саксофон, что лирикой осадов впечатляет, что когда злишься, понижаешь тон, ведь ты важна ему, поэтому он знает. Когда печально, нету сил, совсем устала, и хочется поговорить и поделиться, иной боится, чтоб не утомляла, а он стремглав к тебе примчится. Но предавать его доверие не смей, не разменяй себя на мелочных людей.